мне льда набрось. Она на колени стала, я ему самый первый прием, который мы научились на дзюдо, пока сделала подножка, называется задняя подножка. Но все жюри испугались. Мама мне просто предложила, и сказала, выбирай, ты хочешь или нет. И я сказала, я везде хочу. Я влюбился в одну, потому что она красивая, тихенькая и шелковая.